200 тысяч собрано, еще необходимо 400. Двухлетнему Кириллу Якимову, который болен ДЦП, необходимо ехать на реабилитацию в Китай, а денег у семьи не так много. Год назад, благодаря помощи жителей города, им уже удалось побывать в Китае. После 3 месяцев, проведенных там, состояние мальчика намного улучшилось. Он начал переворачиваться, у ребенка окрепла спина и появилась опора на руки. Для закрепления уже полученных результатов и достижения новых необходим второй, более длительный курс. Цена вопроса 600 тысяч рублей. Из них 200 уже собрано. Необходимо еще 400. Родители Кирилла, главная мечта которых поставить сына на ноги, будут благодарны любой помощи.